Началась пора новогодних подарков. Пожарный извещатель установлен еще в 4 домах города Иваново. Предупреждающее устройство монтируют в жилище многодетных семей. Бесплатно. Все обслуживание заключается в замене батареек. В случае задымления извещатель поднимет на уши весь дом. Он может сигнализировать очень громко как в дневное, так и в ночное время. То есть разбудить даже крепко спящего человека он способен. Акцию мы проводим совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом. Они с нами очень плотно сотрудничают и предоставляли нам эти извещатели. Акция так и называется – «Пожарный извещатель в каждый дом». В семье Горюновых подарок приняли с удовольствием. Марина – мама 6 детей. 7-й скоро появится на свет. Говорит, хоть и следит, чтобы ребята не шалили и со спичками не играли. Все равно вещь нужная. От беды никто не застрахован. В принципе, конечно, дети у меня спокойные. То есть мы так воспитываем в рамках как бы определенных. Но как бы я думаю, вот такой оповещатель, он как бы не лишний в нашем доме, потому что всякое может случиться. То есть мы как бы не зависим от всяких случайных вот таких вот пожаров. И мне кажется, это как бы хорошо. Одними извещателями огнеборцы не ограничились. С хозяевами провели профилактическую беседу. Как не допустить пожара и как действовать, если возгорание все-таки случилось. В 2017 году оборудование домов и квартир ивановцев пожарными извещателями будет продолжено. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.